На Бельце обрушился настоящий ураган. Считанное время сильный порывистый ветер повалил десятки деревьев. По всему городу были повреждены линии электропередач. В пятницу с утра муниципальные службы начали устранять последствия стихии. На улице Штефана Челмари упавший электрический столб повредил здание. Фосфортуна. Am văzut imagine din NSPE. Asta e tot, m-am prezentat la fața locului acum. Ce veți face? Păi ce vom face? Trebuie să facem reparații. Mai întâi trebuie să ne adresăm în oarecare instanță, să vedem, poate ne acoperă ceva din cheltuieli. Până când, la moment, nimic. Ați estimat care sunt pierderile sau paguba? Păi așa, la vedere, cred că nu mai puțin de vreo 4-5 mii de lei. В центральной части города из-за обрыва электросети отключились светофоры. Представитель ДРСУ Иван Кузьмин рассказал, что сильнее всего пострадали системы регулирования напротив лицея имени Михаила Именецкого и университета имени Олега Руссо. В данный момент мы делаем объезд города, проверяем работоспособность светофорных объектов. Многие не работают из-за повреждений линий электропередач. Большие повреждения на светофоре на перекрестке Дичбал Штефан Челмари. Есть повреждения по улице Пушкина у университета Олега Руссо. Продолжаем объезд и проверяем еще. На участках дорог, где временно не работали светофоры, регулировать движение вышли сотрудники полиции. Некоторые горожане принялись своими силами устранять последствия непогоды, не дожидаясь коммунальных служб. Решили сами уже убрать? Да, решили сами убрать, и было чисто здесь. Ну, мы здесь работаем, на этой улице. Бельской мэрии еще предстоит подсчитать ущерб, нанесенный городу в результате обрушившейся на город стихии.